В Раменском районе футбольная жизнь налаживается. 21 апреля первая игра «Сатурн-2» и «Знаменем труда». Но перед началом матча 19 апреля состоится встреча новой команды с болельщиками. Клуб болельщиков, значит, сейчас организовал свою работу, активизировал ее во главе с товарищем Михайловым и занимается этим вопросом, распространением информации, а подготовка к встрече с болельщиками в ДК Воровского. Отдельных афиш там готовить ничего не будем. Информация об этом мероприятии по сети клуба болельщиков распространяется. И общая информация доведена до команды и до профильных комитетов администрации, которые этим вопросом занимаются. Настрой команды побеждать в каждом матче. Другое дело, как у нас получится, мы не знаем пока. Но мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы был результат положительным. И наши молодые футболисты, выпускники училища Олимпийского резерва, могли себя проявить в профессиональном футболе. Для них это будет дебют. Больше половины команды – это футболисты, выпускники училища Олимпийского резерва, мастер «Сатурн», которые в прошлом году стали чемпионами России среди детских и юношеских спортивных школ России. К первому футбольному матчу идет активная и тщательная подготовка. Вход будет бесплатным. Пригласительные билеты с указанием места на трибуне будут выдаваться перед стадионом. Проведение матча 21 числа в 18:00 на стадионе «Сатурн». Значит, поле, там все готово. Все остальные работы служб стадиона то же самое, работают над тем, чтобы обеспечить мероприятие. Встреча с командой пройдет завтра в 19:00 в ДК имени Воровского. Узнать о планах новой футбольной команды могут все желающие. Олеся Варшавская, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».